Приветствую! С вами Елена Литвиненко, ведущая и тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен». Поскольку я актриса по образованию, имеющая опыт работы в профессиональном театре, на радио и телевидении, то и проект мой, естественно, что посвящен обучению именно в эту сторону. Ораторское мастерство, актерское мастерство, развитие голоса, речи. И вот уже 7 лет, как в интернет работает мой проект. А в общем, педагогической деятельностью я занимаюсь уже, страшно сказать, больше 15 лет. Вот за 15 лет много всего прошло, да? Все большее количество людей стремятся приобрести какие-то знания, опыт, навыки, результаты именно через интернет. Сейчас я веду актерский модуль, актерскую подготовку. Да-да-да, через интернет. Совершенно верно. Соответственно, коль есть спрос, то и большое количество специалистов тоже начинает потихонечку, возможно, адаптировать передачу знаний, да, по саморазвитию, по психологии, по коучингу, ну и по разным другим, в общем-то, областям знаний, передавать свои знания тоже через интернет. Но некоторые вообще не имеют никакой начальной ораторской подготовки, и поэтому тушуются. И если еще какое-то коротенькое видео им удается записать, как говорится, на энтузиазме, то провести полноценный вебинар, там, полутора- или двухчасовый, у них просто не хватает энергии, не хватает умения. Вот и получается, что каждому, кто хочет вести какую-то деятельность в интернет, на сегодняшний день нужно иметь какие-то навыки и опыт именно ораторский, актерский, дикторский. Естественно, что этому можно научиться. Поэтому я решила создать небольшой курс из 7 занятий, в который я приглашаю вас. Начнется он 5 апреля и закончится 27 апреля. По 2 дня, 2 занятия в неделю. И между ними, естественно, будут определенные задания, которые нужно будет выполнять. Я поняла уже, что вести такой практический курс в формате вебинара нет никакого смысла. Я приглашаю всех на встречу в Hangouts, и там могу дать слово любому из участников. И это получается очень эффективно. Но участников в таком случае может быть не больше 10 человек. Hangouts предоставляет возможность именно столько человек пригласить к себе на встречу. Что касается цены на этот курс, то она очень демократична, именно потому, что я провожу его впервые. И для меня очень важны ваши успешные кейсы, ваши примеры, ваши отзывы. Если вам нужны такие знания, навыки, если вы хотите овладеть начальной ораторской подготовкой для работы, для деятельности в интернет, приглашаю вас на этот курс. Приходите, мы найдем общий язык. Я думаю, что вы получите именно то, что вам нужно больше всего. И сможете в дальнейшем записывать свои видео свободно, спокойно, вести вебинары с отличной энергетикой. Соответственно, иметь большее количество последователей, подписчиков, клиентов. Думаю, что именно с помощью технических средств через интернет вам удастся расширить свою аудиторию и наибольшему количеству людей принести неоценимую пользу, передав им свои знания, опыт, развив в них необходимые навыки. Приглашаю. Давайте вместе проведем этот курс с обоюдной выгодой. Не прощаюсь, до встречи в эфире!